Let's listen to the fresh interceptions from the eastern part of Ukraine. And in the first one, you'll hear two soldiers sharing the news. Let's go. Ну, этот парень, который приезжал, он штурмовиком, он говорит, где-то там криминаи, то ли там, ну, где-то там, говорит. И говорит, что-то 90 и чем-то человек там какую-то, говорит, брали. Если, говорит, 6 человек живых всего. Они отправили, и, говорит, по краям и спереди у нас стоит. Она с боков как 6 человек всего пели, выскочили, со всех их положили. Ну, а так всегда. Если командир еще тупорылый, говорит, ему это объясняешь так, вот, он ему... Ну, тут по телефону ничего рассказывать не буду, потом так расскажу. Тут, да понятно, что творит, понятно. Тут что творится. Ну, да я понимаю. Просто. По новостям-то все не показывают, а говорят, что все красиво и пушисто. Да, там вообще красиво все. Мы слушаем, не смеемся каждый день. Да я сейчас так, когда передают там, где ты, посмотрю, что там творится. Там что-то в последнее время там жопа какая-то была, говорит. Ну, сюда под Красный Лиман стягивали. Да. В Красном Патриоте, понимаешь, что там силы стягивают. Их туда хотят там прорыв делать. Думаю, ну, себе. Как раз и ты там... Да, они там на... по полюсу над бригадами разделились. ДРГшники и сейчас. Вот, на углу пацанов вырезали на днях. Ночью. В смысле? Да ты чё? Так, ну, да, минометчиков тут метров, наверное, 500 от нас. И не... Спали, наверное, не видели. И весь блиндаж ходит там снайпер, что у них в бригаде на пришлепали. Может, кончилось бы скорее. Но нет, да ну, это не скоро кончится. Тут просто не та война. У нас вон, пацаны все, которые в Чечне были, тут народу говорят, куда мы попали? Быстрее бы на мой и все. Сюда, говорят, сюда хух, больше приедет. Они вот. Какая война, сверху летят птички, скидывают воги. Все, тут заступаешь вечером, на небо, на голову не опускаешь. Они даже эти дроны, камикадзе, он просто летит, тепло увидел точку, сам падает, и все, конечно. It's not the first time I've heard about Krimina and Liman in the recent interceptions. Could it be the start of the new Ukrainian offensive? I don't know. We'll see. And now let's listen to another Russian soldier who's serving in the 15th Motor Rifle Brigade. Let's go. Не, ну так этот, мы тоже сюда заезжали, меняли целиком. Все заехали и все уехали. Ну, Путин когда полгода. Ну, а если здесь так он будет делать, мы-то здесь как потеряшки, у нас командование все другое. У нас здесь добровольцы. Полгода 20 тысяч зарплаты получили, и прокуратура разбирать, разобраться не могут. Тут народу там везде, как в этом, за лентой сидят, водку пьют. Народу там много, завести есть кого, просто так. Зависит от командования, не заморачиваются. Сказали, сидите до конца, да, все. Должны вообще каждые два месяца переодевать. Мы уже полгода в своей кукле находимся. Я тебе и говорю, что ты все равно, я там должен переодеть. Дать новую робу. Не, ну мы, вот. Видишь, мы этот, просто попали в такую этот, пятнашку, которая на миротворце, ее расстреляли всю, полностью. Нами забили ее, ее хотели расформировать, нами забили, чтобы ее не расформировали. Поэтому мы и сидим. 20,000 rubles is about $250. At this point, Russian army just sounds like a life-threatening scam. Anyway, thanks for watching and for your support. I'll see you soon, and goodbye to y'all.